Всем привет, дорогие зрители! Приехал в район Махмутлар, нашел очень хороший вариант. 2+1, дизайнерский интерьер на 8-м этаже проекта. Проект этот был сдан 7 лет тому назад. Расстояние от моего места до моря, до воды 820 метров. Быстренько сниму всю инфраструктуру проекта, потом поднимусь на 8-й этаж проекта. Здесь у нас парковочные места для велосипедов, мотоциклов. Здесь парковочные места также для машин. Здесь присутствует генератор. Здесь у нас вход, дорога, горы, бананы, апельсины и тому подобное. Входим мы в проект. Вот это наше здание. Строил качественный застройщик Курцафир. Фонтанчики здесь работают. Здесь вот такой лобби, ресепшн. С левой стороны у нас сауна. Вот сауна, свет горит. Вроде нет. Вот такая сауна, вроде видно. Здесь игровая зона, бильярдный стол и мини-футбольный стол. Так, здесь санузлы, душевые кабинки. Отсюда выход к бассейну. Но я отсниму фитнес и выйду с той стороны. Присутствует два лифта, 12 этажей. Вот фитнес-зал. Айдат годовой 2500 лир. То есть в месяц платите 220 лир. Такой бассейн. Ухоженный сад такой, с цветочками. Здесь у нас беседка, зона барбекю. Вот. Еще такое интересное дерево покажу. Оно называется на турецком Меймунчик Мас Ач, то есть обезьяна, которая не может подниматься на дерево. Вот такое интересное. И у него очень красивые цветы, которые цветят, кажется, не ошибаюсь, в конце весны или в осенью. Не помню уже. Есть. Также в саду лимон сорвал, пошел домой и использовал себе. Значит, здесь детская игровая площадка. Вот такой бассейн. Не знаю, 15-20 метров в длину. Все. Инфраструктуру вы увидели. Теперь покажу вам квартирку-конфетку обставленную. Так, вызываем лифт. Взлетели мы на 8-й этаж. Здесь у нас на этаже две квартиры с этой. 3, 4, 5. Сезам открылся. Свет включись. Дверь закройся. Так. Вот такие цветочки тут. Перья, я не понял, что такое. Здесь такой коридор просторный. Такая прихожая. Пройдемтесь мы. Санузел. Такой вот санузел с душевой кабинкой. Качественный застройщик Алани. Здесь зеркальце. Тут у нас первая спальня, детская комната. Что интересно, в этой квартире есть три балкона. 120 квадратных метров. Вот такой балкон. Ах, какой вид. Бананы, бананы там, горы, море. Лес. И самое главное, балкон вот такой маленький. Именно у этой комнаты. Другие большие, увидите сами. Короче, вид на природу. Идем дальше. Полотенной шкаф встроенный. Мебель новая вся, никто не жил. Так. У нас хозяйская спальня.
санузла нету. Такой интерьер. Хозяйская спальня просторная, где-то 13-14 квадратных метров. Балкон тоже не маленький. Квартира северная и западная сторона, северо-запад. Ох, красиво. Я сам любитель природы, проживаю в районе Тосмо, около речки Дима. Там такой же вид, но у меня еще вид на речку, на море. Ну, там, здесь вот вид такой интересный. Я сам так из Кавказа, я люблю природу, вырос среди гор. Вспоминаю. Так, пройдемся дальше. Идемте дальше. Так. Наша гостиная, совмещенная с кухней. Кухня, ты где? Тут. Вот такой здесь дизайн. Белый с коричневым цветом. Делала стиральная машинка. Где ты? Чуть не увидел. Куда спрятали? Извините, я найду стиральную машинку. Мне это очень важно. А, нашел. Вот, фирма Altus. Прилично спрятали. Тут 20 квадратных метров, это означает, что стены включены, прихожая, вход, лифт там квадратный метр какой-то, 2 квадратных метра. И лестничная площадка. Это турецкие мерки. А жилая площадь тут, я думаю, что есть как минимум 95 квадратных метров. И балкон просторный. Западная сторона, вид на море. Закаты будете тоже видеть каждым вечером. Эти обалденные закаты. Хочу еще указать, что здесь у нас античный город Наула, море видно. Расстояние, вам сказал, 820 метров максимум. Просто здесь дорога вот так идет и в ту сторону. И часть Наула тоже есть там, но так, если птичьим полетом, то 600 метров. Зайду-ка я в гостиную, чтобы подвести итог. Так, какую сторону станет? Так станет. Дорогие зрители, проект был сдан 7 лет тому назад. Квартира находится на 8 этаже проекта. Инфраструктуру вы увидели. Айда 2500 лир в год, то есть 220 лир каждый месяц. Квартира продается с мебелью, бытовой техникой. 120 квадратных метров брутто, нетто где-то 95-100 квадратных метров. Цена этой квартиры 82 тысячи евро. Если вам понравился ролик, этот проект, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами был Агаси из Солнечной Алании. Всем пока-пока.